Здравствуйте! С вами рядом Андрей Ракицкий. Устройтесь поудобнее. Поза должна максимально способствовать расслаблению и отдыху. Сегодня от вас не требуется никакого активного участия в том, что будет происходить во время сеанса. Вам даже не нужно вслушиваться в мой голос, стараться запоминать слова, которые я буду произносить. Информация, которая в них содержится, адресована глубинным структурам вашего сознания. И эта информация достигнет своей цели независимо от того, как вы ее будете воспринимать, активно или нет. Эффект будет в любом случае. Поэтому просто попробуйте немножко расслабиться. Все остальное приложится само по себе. Доверьтесь своему организму. Он вас не подведет. Все будет хорошо. Сейчас сосредоточьтесь на своих руках. Почувствуйте, как расслабляются пальцы и кисти рук. Как расслабляются предплечья. В них появляется приятное ощущение тяжести. Тяжесть – это отражение расслабления мышц. Когда мышцы расслаблены, они кажутся нам тяжелыми. Эта тяжесть очень приятная, успокаивающая. Она сулит отдых и восстановление сил. Тяжелеют плечи. И не хочется сопротивляться этой тяжести. Плечи просто спокойно опускаются, как будто обвисают. Напряжение уходит. На душе становится спокойно и тихо. Расслабляются мышцы лица. Лоб становится тяжелым, он как будто бы разглаживается. Его поверхность становится абсолютно спокойной, безмятежной. Разглаживается кожа лица, морщинки. Расслабляется жевательная мускулатура. Рот немножко приоткрывается. Расслабляется задняя поверхность шеи, спина. Тело расслабляется все больше и больше. Мягкой волной тяжесть вливается в ноги, заполняет их до кончиков пальцев. Когда тело полностью расслаблено, именно в ногах ощущение тяжести всегда наиболее явное, отчетливое. Потому что мышцы ног, они и по объему самые крупные мышцы нашего тела, и устают эти мышцы, как правило, больше, чем другие. Может даже показаться, что от тяжести ноги стали как будто бы свинцовыми или разбухают от тяжести. Эти ощущения нормальные, естественные, физиологичные. Они отражают мышечное расслабление. В руках появляется
приятное ощущение тепла. Это расширяются сосуды. Тело расслабляется все больше и больше. Теплота в руках очень мягкая, обволакивающая. Ощущение очень похоже на то, как если бы руки опустились в теплую воду. Теплота начинает немножко пульсировать в кончиках пальцев. Почувствуйте это. Теплота наполняет грудь, живот. Особенно отчетливо это чувствуется в верхней части живота, там, где находится солнечное сплетение. Кажется, что солнечное сплетение само начинает излучать теплоту. И она наполняет каждую клеточку вашего тела. Очень медленно и плавно теплота вливается в ноги и постепенно заполняет их полностью. Все тело расслабленное, теплое, тяжелое. Организм работает спокойно и уверенно. Без всякого напряжения. Сердце бьется свободно, ритмично, ровно. Дыхание глубокое и размеренное. В голове легкий туман. Мысли вялые, расплывчатые. Они путаются, как волны набегают одна на другую, а потом растворяются. Вас охватывает приятная сонливость, дремота. На душе спокойно и тихо. Все тише и спокойнее становится вокруг. С каждым моим словом, с каждым вашим вдохом ваши веки становятся все тяжелее и тяжелее. Все труднее сопротивляться нарастающему желанию закрыть глаза. Закройте глаза. Доверьтесь своему организму. Все идет хорошо. Мой голос слышен ясно, отчетливо. Но уже сейчас начинает казаться, что он звучит в пустоте. В пустоте, которая повсюду. Которая окружает тело со всех сторон. Эта пустота, она бесконечна, как космос. Это и есть покой. И кажется, что тело начинает парить в этой пустоте, как в невесомости. Растворяться в ней. Исчезать. Все ушло. Сейчас есть только покой. Есть эта пустота вокруг. И есть мой голос, который звучит в пустоте.
организм работает спокойно и уверенно. Вы отдыхаете. Отдыхает ваш мозг, отдыхает ваше тело. Все наполнено покоем и тишиной. Гармония и безмятежность. Ваше сердце работает спокойно и уверенно. Оно работает по особым алгоритмам, в режиме омоложения. Каждую секунду сердце рождает новые силы, новую жизненную энергию. Нормализуется кровоснабжение сердечной мышцы. Кровообращение внутри сердца становится свободным и беспрепятственным. Кровь течет по кровеносным сосудам вашего сердца свободным потоком, вымывая из сердца все соли, все шлаки, все продукты обмена. Сосуды сердца очищаются. Питание сердечной мышцы улучшается. Оно становится полноценным и избыточным. Сердце в избытке получает все необходимые питательные вещества. Все, что нужно сердцу для полноценной, качественной жизни, работы, непрерывного омоложения. Ваше сердце оживает, здоровеет, крепнет и омолаживается. И это наполняет сердце силой, ощущением радостной легкости. Вы чувствуете радостную легкость в области сердца. Это дает чувство внутренней надежной устойчивости и уверенности в своих силах, в своем здоровье. Ваше сердце рождает силу. Оно становится источником силы. Ваше сердце очищается от всех солей, шлаков и продуктов обмена. Коронарные сосуды становятся чистыми и эластичными, как у ребенка. Сердце омолаживается. Его жизненная энергия здоровая, полноценная и радостная. Сердце наполнено жизнью и силой. Оно работает идеально правильно. Ритм сердца здоровый и правильный. 72 удара в минуту. Каждое сердечное сокращение одинаковой нормальной силы. Это ритм молодого, сильного сердца.
Ваше сердце работает с огромной, колоссальной устойчивостью и надежностью. Идеально, правильно. У вас здоровый ритмичный пульс. 72 удара в минуту. Тоны сердца высокие, громкие и звонкие. В них заложена радость и молодость. Так звучит юное сердце. Это ритм устойчивости и стабильности, колоссальной надежности. Вы чувствуете легкость и свободу в области сердца. Это очень приятное ощущение. Оно наполняет вас уверенностью в себе, ощущением молодости. Теперь всегда, и сейчас, и через 5 лет, и через 100 лет у вас будет молодое крепкое сердце. Такая работа сердца рождает пульс сильного наполнения. Нормализуется и оздоравливается работа всей сердечно-сосудистой системы. Сердечно-сосудистая система омолаживается. Сосуды всего тела очищаются от солей, шлаков и продуктов обмена. Это полное обновление, омоложение и очищение. Кровоснабжение тела идеальное и правильное. Кровь течет по кровеносным сосудам быстро и свободно. С радостной легкостью и молодой энергией. Нормализуется и оздоравливается кровообращение. Кровоснабжение всех внутренних органов идеально правильное и избыточное. Все ваши внутренние органы получают в избыточном количестве все необходимые питательные вещества для нормальной жизнедеятельности, для нормальной работы, для долгой жизни. Все тело наполняется веселой, радостной и счастливой жизненной силой, энергией молодости, энергией света. Омолаживаются все внутренние органы, каждая клеточка вашего организма. Вы наполняетесь здоровьем. Идет тотальное омоложение вашего тела. Новая, свежая, молодая жизнь заполняет вас полностью. Она приносит радостную силу. Вы оживаете. Возрождаетесь к новой жизни, к жизни радостной и счастливой. Все тело становится молодым и сильным, легким, как пушинка. Вы чувствуете свою силу и свою молодость.
Процессы омоложения сердца и очищения сосудов будут продолжать работать каждую секунду, каждую минуту вашей жизни, безостановочно, и днем, и ночью, без перерыва. Все установки будут обязательно, неизбежно, с железной необходимостью реализовываться в вашей жизни. Ничто не сможет остановить процессов омоложения в вашем организме. Они будут работать постоянно, меняя вашу жизнь, улучшая ваше самочувствие и ваше здоровье. И сейчас, и через 5 лет, и через 100, у вас будет молодое, крепкое сердце, чистые, молодые сосуды и идеально правильное кровообращение. Сейчас я досчитаю до 3, и вы откроете глаза. У вас будет прекрасное самочувствие, состояние полноценного, 100% отдыха, как после ночного сна, и физического, и морального, чувство внутреннего обновления, омоложения. У вас будет прекрасное, легкое, спокойное и светлое настроение. Раз. Вы дышите легко и свободно. Приятная прохлада вместе с вдыхаемым воздухом наполняет ваше тело. Эта прохлада и легкость – признак отдыха и восстановления ваших физических сил. Сердце работает уверенно и надежно. В сердце рождается сила. Вы чувствуете эту силу. Вы чувствуете, как она наполняет вас энергией и радостью. Ваше тело обретает тонус и упругость. Оно становится легким, тело отдохнувшим. 2. Усталость ушла. Ушли болезненные ощущения, поднимается настроение, голова проясняется все больше и больше, она становится прозрачной, невесомой. Вы полны сил и энергии. Вы чувствуете себя свежо и молодо. Вы чувствуете себя так, как будто бы на вас прямо из легкого светлого облака над вашей головой льется мелкий приятный дождик. А может быть, это не дождик, а нежнейший, тончайший, золотисто-белый свет. Он очищает не только тело, но и душу и наполняет вас легкой, светлой радостью, бодростью, желанием жить. 3. Откройте глаза. Сделайте глубокий вдох и спокойный, медленный выдох. Улыбнитесь. Я желаю вам здоровья. Подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами. До новых встреч!